наживил балку с второй стороны, с внутренней, на болты с гайками. Буду заливать. Вот, теперь понятно, почему я не заложил стену до конца. Вот, потому что балка туда аж идет, потому что вот этот проем, хоть я и заложил внизу, он был открытый. Поэтому я ушел не только вправо, но и влево подстраховался. Сюда выглядит. Колесики мои.